С 14 января в Искитиме идет первенство по баскетболу среди женских школьных сборных. Участие в играх принимают 8 команд. Уже появляются лидеры. Завершатся баскетбольные матчи 22 числа. Городское первенство подходит к концу, поэтому важна каждая победа. Она дает 2 очка, а это возможность подняться на первые строчки в турнирной таблице. Поэтому девчонки из 9-й школы играют до последней секунды. Обойти в счете своих соперниц им удалось уже в последнем периоде. Сначала было сложно, а потом мы сравняли счет и очень обрадовались. Ну, потом нам начали забивать, мы занервничали, но в конце все-таки собрались и выиграли. В соревновании принимают участие 8 сборных команд в составе как профессиональной баскетболистки, так и любителей. Играют по круговой схеме, у каждой по 7 игр. Даже одно поражение может помешать команде стать лидером первенства. Вначале дали команду послабее, но вначале мы начали делать все, старались, в общем, а сейчас мы должны собраться и постараться завоевать наиболее высшее место. Остались 2 самые сложные игры. Последние игры пройдут в спортивной школе 22 января. Пока в фаворитах держатся баскетболистки 4-й, 5-й и 8-й школ. Как распределяться места станет известно в конце недели.